Сегодня журналисты отмечают День российской печати. Для нашего края этот праздник отмечен еще и 80-летием агентства печати и массовых коммуникаций, который состоялся в конце декабря. При поддержке агентства в регионе выходят в свет 44 районные и городские газеты, общекраевая газета «Наш Красноярский край», а также вещает телеканал «Енисей». Всех журналистов с профессиональным праздником поздравили руководители региона, губернатор края Виктор Толоконский и председатель законодательного собрания края Александр Ус. Они отметили важность средств массовой информации в развитии гражданского общества в нашей стране.